Я вас приветствую, дорогие мои, с вами Тамара Капибара, и мы продолжаем проходить Владика Брутального. Ну что, ребята, мы оказались в полной жопе, потому что у Владика проблемы с коммуникабельностью. Он напугал до усрачки машиниста, и теперь мы находимся в каком-то туннеле. Тут много всяких монстров, которые хотят оторвать нам нашу прекрасную филейную часть. Так вот, ребят, мы ходим по какой-то, по чьей-то прямой кишке, или что это такое, непонятно, какая-то новая... О, началось. Сейчас побегут ко мне всякие монстры. Вот я вижу, уже бежит ко мне. Смотрите, как он пытается до меня добежать. Смотрите, какой целеустремленный. Чувак, тебе бы на Олимпиаду, знаешь ли. Серьезно. Ты бы был бы там... прирожденный бегун ты был бы там. Еще бы золотую медальку бы получил. Так, сохранимся после такого. А что нет-то? Так что вот... Ой. Блин, мне показалось даже, что это мой сосед начал сверлить тут. Представляете, ребята, если мой сосед бы тут отреспаунился и начал бы сверлить, да все бы монстры его бы сразу бы грохнули нахрен. Так, все, короче. Владик, а ты чё встал-то? Владик, нам сюда. А где они тут беснуются-то? Где беснуются? Где эти черти-то, ребят? Не понимаю. Внизу, что ли, все? Чё, ничего не понятно пока, но очень интересно. Так, подождите, а нахрен я сюда прилезла, чтобы что? Владик туда не лезет никаким образом. Владик, мы что-то как с тобой как-то странно пришли. А, нам, наверное, прыгать надо уже. Вот как бы так прыгнуть, чтобы не сломать себе свои прекрасные ножки. А, Владик не сломал все ножки, как классно, как замечательно, мне прям нравится. Так, где монстры? Вот он бежит, смотрите, опять такие целеустремленные монстры, как это прекрасно, ребят. Нам надо поучиться у него целеустремленности, понимаете? Смотрите, какой чувак просто бежит, просто видит цель и бежит к ней. Молодец. Опа, Влад, ты тоже давай не отставай от монстра. Так, ничего нету. О, это же знак как раз-таки разработчика, ребят. Смотрите, мы нашли его внезапно. А что будет, если выстрелить? Ничего не будет. Я думал, может, пасхалочка будет какая-нибудь. Так, монстр, хватит там бесноваться-то. Беснуется и беснуется, черт поганый. Так, подождите-ка, а тут что такое? Стопэ. Это ничего нельзя трогать? Нет, ничего нельзя трогать. А что тогда? Так, подождите, что все глючит-то? Так, монстры, я не хочу к вам никаким образом спускаться. Вот вообще, прям просто, знаете, желания нет к вам никаким образом спускаться. А, чья-то жопа, смотрите, ребята, они оторвали кому-то жопу. И, возможно, следующий на очереди это я. Ручка ученого нахер уверченного. Наверное, мне она пригодится. Берем ручку. Да вы что, совсем что ли тут? Черти проклятые. Тихо. Кладем ручку. Оборачиваемся. И понимаем, что противников тут нет пока. Так... Мужики! А, это крысы, блин. Что-то как-то напряженненько. Немножко мне даже страшно стало. Так, а куда мне надо ручку ученого? И, кстати, почему мы так просто ее получили? Где же босс, который захочет оторвать нам жопу? Серьезно, сначала босс, потом рука. Вот. Как-то так. А тут как-то сразу дали руку. Странно, непонятно, ну ладно. Что-то интересное намечается, видимо. Ну тут, в принципе, босса, наверное... Эта локация не для босса, ребят, я думаю. Это... Или это для босса локация? Подождите-ка. Да нет, тут слишком узкие пространства. Какой тут босс может быть? Никакого. Ну, я так думаю, я полагаю, конечно. Тихо. Где рука ученого? Ой! Ёб твою мать! Сучонок какой! Придурочный. Сука, я же обосралась. А я ж баба, мне нельзя так выражаться-то. Надо же быть такой милой, такой... Я испугалась, мальчики. Что же делать? Мое декольте сейчас вывалится от страха. Мне так страшно. Скиньте донатики. Вот так примерно, наверное, надо делать. Но мы так делать не будем. Подождите-ка. Стоп, мы же вернулись обратно. Еп твой. А что я сделала в этой жизни не так? Так, пацаны, что-то я не поняла. Вы поняли? А где нам нужна была тут рука? Вот в чем вопрос. Я даже и не видела. Так. Так, подождите-ка, это... Я классно прогулялась по кругу. Здорово, восхитительно. А куда мне тут мою руку? Точнее, не мою, а руку ученого-то. Нахер уверченного. Куда мне ее? Зачем она мне? Сжечь ее в печке? Эх, подкоптим миско. Фу, нельзя заниматься каннибализмом, ребята, это плохо. Это отвратительно. Так, а тут что такое? Смотрите, куда-то дальше можем пролезть, ни хрена себе. А, все, тут все завалено, короче, никуда мы с вами не можем. Так, куда нам нужна была рука, ребята? Что-то не поняла. Что-то пропустила, что ли? Видимо, да. Ну ладно, сейчас разберемся. По крайней мере, монстр за мной не идет, это уже хорошо. Это уже восхитительно, это уже классно.
Так, а что же тут открывается? Подождите-ка, я там что-то упустила, что ли? Ну-ка. Да нет, смотрите, это туннель просто тут как бы... Так, все... Все ничего-то непонятно мне, но очень интересно. Подождите, ребят. А куда рука ученого, нахеру верченого-то? Ну? Ничего не... Тихо. Бесноватые черти. Что-то все беснуются. Так, ладно, ребят, сейчас разберемся. Не паникуем, не паникуем. Не вдаваемся в панику, мы не на Титанике. Так, в смысле, в коромысле, что нам с этой рукой сраной делать? Вот в чем вопрос. Тихо, ой! Кто там, блин, по кастрюлям бьет? Так, бум-бум-бум-бум. Вы че, чуваки, прекращайте. Ну-ну-ну-ну-ну. Мне кажется, где-то я, ребята, продолбилась в глаза, и, скорее всего, я чего-то не обнаружила. Так, там возвращаться к поезду, как мы поняли, нет смысла. Эта коряга мне показывала идти туда-туда-туда. Тихо, это кто? Это ученый, что ли, плачет без руки? Ученый, не плачь, я тебе принесу сейчас ручку. Не переживай. Так, а что мне тогда? Ну, туда я шла ради руки, а куда мне? А-а-а, ёб твою, вот куда, ёб. Все оказывается просто, все очевидно. Ёб твою, а как я это не заметила? Тихо, аккуратно. А, это вы... Главное, чтобы по одному выходите, пацаны, по одному. Так, ну ладно, не по одному. Ну-ка, пацаны, умрите. Блин, офигеть, ребят, вот видите, иногда вот заканчиваешь серию в таких местах, и ты можешь лохануться. Можешь забыть, что тут была, оказывается, эта штука. Мне кажется, я должна была увидеть, когда заканчивала серию, нет, ребят? Или я просто не обратила внимания, так типа заскочила и все. Я этого не помню, представляете как? Вот так вот, ребят, теряется внимательность. Поэтому серию всегда надо заканчивать на каком-то более логичном моменте, чтобы ничего не упустить. А то будет так, как у меня получилось, понимаете, ребята? Понимаете? Так, тихо, тихо. Так, я все жду, ребята, босса, понимаете? Босса, босса, херососа. Так, а куда мне идти-то? Можно туда, можно сюда. Наверное, сначала пойдемте во тьму, почему нет? А, ну тут ни хрена и нет, тут все закрыто. Выбор очевиден, тогда, естественно... Сука какая, вот хватит это делать! Ой, я вижу кого-то. На тебе! Вот этого я почувствовала. Ах, блин, вот эти хоррор-моменты. Жопа аж трясется. Ну, все-таки... На тебе! Все-таки на них тратить это оружие как-то не очень обрез, наверное. Давайте возьмем что-то... Ой, даже не знаю. Вот в этом у нас дохрена патронов, но как-то... Ой, с обрезом. Пойдем с гранатой, давай. В этой пушке у нас нет патронов. И тут нет патронов. А если босс появится, чем мы будем его? Голым членом убивать? Ну, такое себе, ребята. Очень такое себе. Так, ладно, все, ребят. Опа, подождите. А нет, все нормально, ребята, все нормально. Продолжаем продолжать. Тихо. Тихо. Я слышу, вы крадетесь ко мне сзади. Нет, спереди. Ошиблась, ошиблась, Тамара, ошиблась. Они спереди были. Ёптуй, подождите, подождите, пацаны. Не кричите. На. Ёб твою мать, ну... Догонялки, 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 догонялки. Кто последний, тот и вода. А, ёб твою. Тихо, тихо. Да, блин. Не орите, мужики, не орите. И так тошно. Так, этот в майке алкашки меня вообще смущает очень сильно. Все, принесли мне лута. Спасибо, мужики. Спасибо большое. Я никогда не забуду ваш вклад в мою, эту, в мою оружейню. Так, один патрон там всего лишь. Тихо, давай-ка возьмем вот это оружие. Дробовик все-таки мне как-то поприятнее с ним. А мне показалось, что они сзади идут. Вот это меня наушники обманывают, ребят. Вообще просто обманут меня по-конченному мои наушники. Так, а куда сначала нам сходить? Так, там какая-то дверка, а там что? Ребят, сначала надо попочкой общупывать места, в которые нам не нужно. Так, Влад, включи свой китайский фонарик и засунь себе его в жопу, блин. А то ни хрена не видно. Сейчас скажет Влад. Ха-ха, сучка, Влад. Точнее, Владик, сучка. Помнишь, как ты в эфире тоже орала на главного героя? Ну так-то да. Владик, по крайней мере, такой фонарик дурацкий не выбирал. А вот главному герою в эфире, то есть в страхе, дали обмундирование его начальства. Вот так вот. Это куда это мы уже выходим? А, смотрите, стул. Можно подумать о прекрасном. Сесть на стул. Ребят, все, уже не будем садиться и думать о прекрасном. Никакого прекрасного не будет. О, Скуф идет! Как давно тебя не было, дружище, Скуфиндуй! Скуфиндуец! На тебе в пузо! Опять все засрал, Скуф. Фу, как так можно? Как так можно все засрать? Ребят, смотрите, вот все реально, какой он, блин, вонючий. Давай быстрее, проклятущий.
Ну, серьезно, я не хочу жопой туда никак, потому что, ну, блин, это будет плохо, если я туда наступлю. Я не хочу терять хп. Да, ёб твою хп, я хотя бы пос... Да. Стул-то отдай. Физика игры, отдай мне стул, ты чё? Ребят, мне физика игры стул не отдает. Пипец. Ну ладно, тут, по крайней мере, все закончилось. Я-то думала, что я сейчас на стуле перепрыгаю, как горный козел и горная лань. Так, тихо. Тут всех поубивали. А, это телевизор шушит. Так, главное, чтобы сейчас на меня никто не накинулся, а то я тут лутаюсь, понимаете? Это будет бесчеловечно, если вы захотите накинуться на меня, когда я лутаюсь. Так, мне туда, но, скорее всего, надо вентиляцию нырять. По-другому никак. Так, аптека не надо. Еще одна штука. Сюда я не пройду. Пацаны, как у вас дела? А, это что такое? Подожди-ка. Ну, он не вызовется, естественно, потому что лифт не работает в таких аварийных ситуациях. Так что даже надеяться не стоит на это. Так, вентиляция, естественно. Когда не знаешь, что делать, ребят, всегда лезь в вентиляцию. Больше никак. Так, серьезно? Никак, да? Эх, жалко, жалко. Думала, может быть, какая-то магия сработает. Магия условностей игровых. И все попрет. И все попрет, как по маслу. Но нет. Так, ребят, такое пространство, скорее всего, сейчас выбегут все, кому не лень. И будут делать со мной всякие неприятные вещи. Потому что по-другому никак. Подождите, ребята, я еще кое-что куда слазю. Обратно я хочу посмотреть. Помните, там закрытая дверь, вот эта вот. Можем ли как-то мы вот... Надо запомнить там местность, чтобы еще не упустить. Видимо, наверное, мы как-то через вентиляцию там пройдем. Потому что, смотрите, ну никак нельзя открыть, ничего сделать. Ладно, все, запомнили. Вы сейчас скажете, Тамар, мы с первого раза запомнили, зачем ты вернулась? А просто, ребята, иногда, если в чем-то сомневаешься... Лучше не сомневаться. Лучше перепроверить. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Я вас всегда это учу. В любой игре говорю, пацаны, перебдеть надо, чем недобдеть. Опа. Это что такое? А, это какой-то крюк. Так, ребята. Никто не хочет оторвать мне задницу, и это странно. Хотя я заняла очень выгодную позицию. Смотрите-ка. Я наверху. Так, тут что-нибудь открывается? Нет, все красненьким горит. Ребята, мы сюда вообще никуда не пройдем, получается, пока не включим какое-то питание. Пока не запитаем тут питательные элементы. И вот. И вот, ребята. Тихо. Там кто-то есть, походу. Или там турель, ребят. Не кажется ли там турель? Ай, сука! Сзади. Сзади, придурок, прибежал. Тихо. Он один был? Не, не один. Вот видите, бежит. Где он? Ребят, где он там мельтешит? Сука! Патроны трачу еще на этого придурка. Так, если что, у нас есть с вами... Придурок. Невидимый и может вполне спокойно ко мне подбежать. Ребят, тут серьезно, мне показалось, что тут как будто турель была. Ну, когда кажется... Сами знаете, надо что делать. Так, тут какой-то рубильник. Скорее всего, как мы только на него жмакнем, начнется всякий трэш. Так, а где мои любимые холодильники, ребят? Где мои любимые холодильники, которые меня лечат? Единственное, что тут хорошее и что дружелюбно относится к Владику, это холодильники, которые дают ему припасы. Так, подождите-ка, ребят. Прежде чем жмакать, давайте возьмем эту оружейку. И будем ждать. И будем ждать трындеца. Тихо. Мне показалось. Влад, аккуратно. Тихо, никто не бежит, ребята. Аккуратно. Так, а что-то зажглось там, что ли? Или тут все зажглось, ребят? Что-то как-то сыкотно, согласитесь? Тихо. Тихо, 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 блин. Тихо, блин. Тихо, нервишки слабые у Владика. Хотя это не у него, а у меня. Я-то Сони, он. О, мячик, смотрите-ка. Прикольно, мячик. Мячик. А для чего мне тут мячик? Так, ко мне кто-нибудь побежит сейчас? Никого нет. Подожди, а что никого нет-то? Так, шкафы. Так, сначала сюда проверю. А, вот еще рубильник. Короче, тут загадка. Постоянно жмакай на рубильники и жди трындеца. Так, ничего нету. Почти. Так, ладно, ребята, и впятнемся. Что-то, блин, мне эти звуки нагнетают. А, это Владик шумит, ребята. Это он жопой задевает бочку. Владик не делает так никогда. В своей жизни, серьезно. Тихо, аккуратно. Кто тут есть? Ага, вижу! На! Ну сейчас вы меня врасплох не застали, придурки. Сейчас вы... Я просто вас знала, что вы придете. Я чувствовала вас.
кровь. Ну-ка. На всякий случай, ребята. Как говорится, лучше перебдеть. Еще раз перебдим. И поймем, что... Подожди, а там что такое, вентиляция, нет? Влад, включи фонарь. А, ну да, вентиляция, мы же отсюда прилезли, блин. Что там такое, вентиляция? Естественно, Тамара, что? Так, теперь тут. И, скорее всего, там откроется следующий рубильник. Так, аккуратно. Так, закроем дверь, чтобы пацаны не пришли, а то они как незваные гости любят вламываться. Ну, закрой дверь-то. Не хочет закрывать дверь. Эх, Владик, Владик, недальновидный ты. Так, тут что такое? Просто коробка. Если что, можем запрыгнуть от пацанов и отстреливаться. Дадим им понять, кто тут главный батя на райончике. Так, что это такое? Ага. Понятно. Так, ну что, и впятнемся, ребята. И ждем пацанов. Ну-ка. Пацаны, вы где? Пацаны? Пацаны, вы же должны уже бежать. Тайминг, тайминг пошел. Тайминг, пацаны. Да, пацаны, вы запаздываете по таймингу. Где бег по таймингу? Вы что, пацаны, охерели, что ли? Они проспали. Они проспали, ребят. Серьезно, я вам говорю. Не бегут. Не бегут, представляете? Не бегут. Так, а это ящик. Так, главное сейчас пацанов не обнаружить. Опа. Вот так я, ребята, чувствую себя вообще хорошо. Все, мне плевать, кто побежит, потому что я наверху. Я наверху, и мне ничего не страшно. Тихо. А! Козел! В жопу. Ть! Ну не так, как я хотела. На! Ть! Ребята, я же вам говорила, подловлю тайминг. Ой. Подловлю тайминг, понимаете? Подловлю. А я подловила. А я молодец. Видите, ребята? Вот перебдели и все. И пацанов не встретили. Они так бежали, Риана, думали, сейчас мне жопу оторвут. Такие, а-ля-ля, как мы это вот хорошо припрятали. Сейчас Владик с этой дурой придет, которая постоянно орет. И все, мы их доведем. А нет, ребят, смотрите, мы сильнее, мы умнее. Мы аккуратны, понимаете? Мы очень аккуратны. Мы не идем как танк, мы постоянно прячемся. Тихо. Так, подождите, ребят, у нас еще была та закрытая комната. Мы сейчас идем туда или нет? Вот в чем вопрос. Ну, скорее всего, да, по сюжетку такие должно быть, наверное, что мы не должны ее упустить никаким образом. Так, что-то такое. Так, туалеты. Так, подожди, а там что тогда такое? Подожди-ка. О, мой кореш! Ты нифига мне не кореш. Вон так. Так, куда-то туда можно пройти. Так, подождите, а что в туалете-то? Так, в туалете ничего, как всегда. А что будет? Можно сломать унитаз? О, ребят, можно унитаз заломать. Прикольно. Вот это прикол, ребят. Смотрите, можем унитаз заломать. Все, сломаем. Я запрещаю вам срать. Господа, не какать. Не какать. Не какать. Никому нельзя какать. Ребят, все им тут разрушили. О, холодильники, холодосы. Ура, холодосы. Хорошо. Холодильник, дай мне, пожалуйста, сфер вот этих вот имбовых, которые сносят врагов, а то у меня нету. Если будет босс, мне нечем его крошить. О, вот одна сферка. Так, у нас три уже. Так, три, еще бы надо бы две, и будет пять как раз-таки. Перезарядим. Это тоже имба, в принципе. А, это тоже, все хорошо, F5-нимся. Так, хорошо, сохранение прошло. Так, тут нельзя ничего больше взять, да? Так, ребята, зачем мы ломали унитазы? Ну, просто чтобы им насолить. Понимаете, кто-нибудь захочет тут покакать из монстров и не сможет. Хотя, что ему помешает навалить в углу? Ну, возможно, монстровское воспитание. Может быть, мамка монстр его учила не гадить, где попало. Мало ли, ребята. А что нет-то? Мы же не знаем, как он рос. И как мать его воспитывала. А, да, вот, ребята, мы как раз-таки отсюда пришли. Красотища. Так, мужик, а ты не встанешь? Хорошо, лежи, отдыхай. Нужен отдых. На износ нельзя работать, мужик. Так, что я возьму? Вот это вот на всякий случай. Так, там что-то такое. Так, тут компьютер. Тут что-то какие-то ящички. Да, Влад, не шуми. Я знаю, что это ты. Хорошо. Реакция. Реакция, ребята. Фу, ребята, как меня выносят эти монстры невидимые. Просто кошмар. Да где вы так берете? У вас что, конвейер монстров, что ли, тут установлен? Как в Майнкрафте, там эти зомби-фермы и прочее. Давайте, ребята, вспомним свое детство. Помните,
Как его это было? Помните? Так, тихо, тут ничего. Так, значит, мы в лифт теперь. Все, работает, ура. Уезжаем нахрен отсюда. Все, ребята, теперь можем расслабиться. Мы теперь едем куда? А хер нас знает, ребят. Вообще непонятно, как мы пытаемся отсюда выбраться. И Владик не в курсе, я не в курсе, ты не в курсе. Никто не знает, но нам очень интересно. Загрузка пошла, классно, замечательно. Влад, а нахрен уехали. Так, ну. Мы выберемся из этого подземелья. Нам все-таки надо это диктатора убить. И Гаврюш помочь, вот. Так, еще едем куда-то. Вот Влад не боится. Представляете, если он застрянет в этой кабине лифта, что будет делать? Мне просто даже интересно, какие у него мысли. О, целая толпа! О, зачем я так делаю? Зачем я так делаю? Ай, мамаша! Мамашу надо устранить сразу же. Там мамаша хочет нас на алименты поставить. Блин, надо ее быстрее устранять. Ты что, дурак, что ли? Алименты хочешь выплачивать, что ли, чужому ребенку, кстати? А что это такое? Стена может сломать, но нет? Блин, да мне все кажется, что эти стены подсвечиваются, я могу их ломать. Ни хрена ничего не могу. Обидно. Обидное, ребята, обидное. Так, ну-ка. У нас есть 4 патрона. Холодильник. Давай сферу мне. О, сферу еще дал. Классно, ребят. Ну теперь вот, в принципе, даже не страшно, если надо будет сражаться с боссом. Я теперь в себе более-менее уверен. Что это? Что это такое, ребята? Какие-то... Что это, блин? Какие-то контейнеры висят. А что это такое? Владик, ты предлагаешь мне прыгать? Серьезно? Это какое-то говно вылилось из стены. Владик, а может быть не надо, а? У нас с тобой проблемы с прыжками. С Гордоном Фрименом у нас были проблемы лестницы, а с тобой у нас прыжки. Может быть не надо, Владик? Пока еще не поздно. Хотя повернуть обратно нам уже не повернешь. Нам жопу тогда оторвут. Диктатор прочухает, что мы идем за ним и скажет, ну чё, Владик? Ну чё, Владик? Ёптвую. Тихо. Хочешь меня свергнуть, Владик? Хочешь тоже итальянские туфли, Владик? А я тебе этого не дам сделать. Я диктаторский диктатор. Так, а как делать-то? Можешь его расшатать? Я твой ящик шатал. Подожди, а что будет, если я выстрелю? Просто интересно. Так, возьмем самую не очень ржеву. Ага. А как их расшатать-то, ребят? Так. Опа. Опа, опа, опа. Хорошо. Ну, наверное, не патронами надо как-то расшатывать. Я думаю, скорее всего. Просто он должен прыгать сам по себе. Я просто уж тут, наверное, фигней страдаю. Ну, ладно. А, ёб твою. Ёб твою мать, Владик. Ну, просто так вот умереть, конечно, это прям бесславная смерть. Мне кажется, это не так делается. Ребят, я почти уверен, что это не так делается. Разработчик так не придумывал. Это я свою отсебятину придумала. Я не знаю, как их расшатать. Я не знаю, как их расшатать. Вот-вот. Поэтому трачу патроны с оружейки, с которой не пользуюсь. Но я почти уверен, что это не так делается. Я почти на 100% уверена, что не так. И вы мне можете написать в комментариях, как это делается, ребят. Опа-на! Дурак, блин. Кретин, сука. Испугал, блин, меня вообще. Так, тут никого нет. А ты-то, блин, что ты аж ушел-то? Уйди отсюда, короче. А эта дверь открывается? Нет, не открывается, значит мне туда. Так, оружейку давайте эту потратим, потому что она, в принципе, бесполезная для меня. Я просто, потому что ей не пользуюсь. Хотя, в принципе, она такая хорошенькая. Статус подтвержден, он мертв. Он отправился на тот свет. Так что статус он вполне себе подтвердил. Код 4-8, на тот свет вас просим. Да ёб твою... Ты откуда вышел-то? Откуда он вышел-то, ребят? Он откуда-то отсюда вышел, что ли? Да не. Донесите обстановку. А доносчикам быть плохо, поэтому нельзя доносить обстановку. Так, ага. Можно, в принципе, еще бы нам эту сферу, конечно, бы. Так, вот сферу нашли. Как хорошо, что когда желания сбываются. А все, ребята, это полный боезапас. Больше нельзя этих сфер иметь. Жалко. Сохранимся, потому что сферу терять не хочется. А там каждый раз, я так поняла, будет рандом. Что выпадет, то выпадет. Тихо, тихо. Да как вы отсюда пришли-то? Я же крадусь к вам. Я же к вам крадусь, сучки. Что у вас там случилось? Да ничего не случилось. Так.
ролевые игры между мной и этими чуваками. Вот все, закончились наши ролевые игры. Так, ребята, что-то их тут даже маловато. Кстати, а что они вообще тут делали-то в этой жопе мира? Ладно, я-то оказался волей судьбы. А они-то что тут делали? Вот в чем вопрос-то. Что, они тут меня ищут, что ли? Да мне кажется, нет. Может быть, диктаторский диктатор прочухал, что мы идем по его душу, и поэтому он решил за нами послать? Но что-то я сомневаюсь. Что они тут делали-то? Просто тусили, что ли? Кстати, а мне что-нибудь дадут какое-нибудь достижение? Типа, ты уничтожитель будильника, все будильники за игру уничтожены. Хотя, мне кажется, я уже парочку пропустила, скорее всего, где-нибудь. Поэтому хер мне, а не достижение. Так, ребят, вот мне кажется, сейчас должен быть какой-нибудь босс. Ну, а может быть не каркать, Тамар? Может быть не каркать? Что-то какая-то прям... Нет, это еще не арена босса, ребят. Это не похоже на арена босса. На арену босса у боссов другие арены. Это не то, что нам кажется. Так, лестница показывает нам туда. Но мы не будем слушать подсказки разраба. Мы посмотрим, что здесь. Полазим, побегаем. Посмотримся, осмотримся, что тут. Понимаете, просто прощупаем местность. Так, а местность довольно-таки большая, довольно-таки крупная. Довольно... Тихо, блин, Владик, не пугай меня нахрен. Слушайте, а может быть... Так, давайте сначала, короче, куда разработчик нам показывает. Тут, скорее всего, потом придется все равно тут лазить. Тут довольно-таки крупная такая местность. Можно, в принципе, затупить и заблудиться, если захотеть уж очень сильно это сделать. Поэтому, ребят, сначала пойдем туда, а сверху лучше осмотрим. Сверху как-то вид лучше. Влад, не дыши. Так, еще какой-то гуманоид непонятный. Смотрите, он держит его за ногу. Как это поэтично, смотрите-ка. Ой, он даже до его интимного места тянется. Фу. Ужас какой. Так, подождите-ка. Это турели, ребята. Это что-то, блин, опасное. Там турели находятся. Смотрите, какие-то помидорки они тут выращивали. Ученые нахер уверченные. Какие-то модифицированные помидорки, что ли? Ребят, смотрите-ка. Так, тут что-то, видимо, можно жмакнуть, да? Да, кнопку можно жмакнуть, но что-то как-то не хочется. Слушайте, а не арена ли это босса? Не боссовская ли это арена? Меня терзает смутные сомнения, что, возможно, да. Потому что она какая-то теперь слишком объемная кажется, ребят, смотрите-ка. Может быть, даже босс выйдет. Может быть, даже сильный. Если бы турели были на моей стороне, было бы все проще и прекраснее. Но мне кажется, хрен мне. Они вряд ли будут работать на меня. Ладно, ребят, давайте запускаем, смотрим. Ой. Ой, а нахера? А нахера? Они же меня закошмарят. Они же меня закошмарят. Зачем мне это? Что? 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 Подождите-ка, что? Что залагало так? Ни хрена залагало, ребят, по-жесткому. Э! Подожди! Что случилось-то? А что, куда смотреть-то? Ничего не понятно. А, вот монстриками бегут. Ни хрена мне все фризит. Ну-ка, давайте-ка поможем турелям. О! Хрена себе! Ой! Ой, ёб твою мать! Тихо! Ну вы чё, блин? Хера себе! Подожди-ка! Что, блин? Все глючит, пипец. Ебать. Да, блин. Блин, а у меня это оружие. Ну-ка, давай. Ни хрена себе, ребят, только у меня все зафризило. Подождите, а где мне выгодную позицию-то занять? Чтобы они до меня точно не достали. Ну, где-то... Во! Ребят, я нашла выгодную позицию. Во. Нет, невыгодная позиция. Во. Я нашла. Смотрите-ка. Ребят, короче, это прикол. Это реально что-то с чем-то. Они меня даже не видят так. Смотрите-ка. Я могу их просто вот так вот. Вот так вот им делать.
Вот и все. И куда это они туда собрались? А, все, один меня увидел. Смотри-ка. Вот это, блин, монстры непонятные. Блин, у меня все глючит. Тихо, аккуратно. Да что они так беснуются, эти черти? Ой. Хорошо. Тихо, аккуратно. Хорошо. На. Тихо. Тихо, аккуратно. Тихо, тихо, тихо. Вот зря я, короче, это направила туда взрыв. Ну, зря. Блин, вот это да. Тихо, аккуратно. Сейчас мы их нахер отправим отсюда. Тихо. Так, хорошо. Да куда вас там много-то, ну? Тихо. Тихо. Тихо, что случилось-то? Поезд какой-то упал. Перезаряди, блин. Тихо, аккуратно. Что случилось такое-то? Поезд упал, я даже не увидела. Так и в пятницу. Ни хрена не поняла. А все, тут все закончили, что ли? Все. Классно. Ну все, эти ж пушки уже сами добьют. Все. А что там поезд какой-то упал? Ребят, вы видели? Все, тишина, теперь спокойствие. Так, ну короче, если бы я бы не расфигачила свои турели, когда стреляла, было бы проще. Ну ладно, ребят, что сделано, то сделано. Не будем плакать о потерянных турелях. Прошли же, прошли со второго раза и ничего. Что-то все со второго раза получается, а что-то с первого получится. Спасибо вам, турели, без вас бы вообще никак. Без вас бы было бы никак. Кстати, можно было тут гранатами кидаться. Ну ладно, эти сферы реально тащат, ребят. И там еще какой-то вагон упал. Так, тихо. Там еще упал какой-то вагон. Так, F5. И все, пойдемте, ребят. Скорее всего, сейчас эти к нам придут, скажут, чуваки, мы... Эти... Ну как они, блин? Прихвостни нет. О, прихвостни, короче, придут этого диктатора. Заходим, окружаем, заходим, окружаем. Ну да, блин, заходим, окружаем. Вы вот не вовремя пришли, пацаны. Вот вообще не вовремя, понимаете? Надо было как монстры идти сюда. А вы, блин, а вы? Вонючки вы. Да где ты, блин? Не видишь. Тихо, у меня тоже, у меня тоже. У меня тоже. Не кричи только. А сотрудник ответит. Да ни хера он не ответит, ему насрать уже. Так, а где еще-то? Ребят, тут какой-то поезд упал. Я что-то не поняла нифига в этом кипише. Подожди, а что ты там? А с кем там стреляешься? Подожди, пацан. Ты с монстром стрелялся, что ли? Доложить обстановку. Ничего он не доложит вам уже. Так, нам, видимо, туда идти. А тут, видимо, монстр какой-то был. Где-то монстр. Так, а где монстр? Я хочу посмотреть. Покажите мне монстра. А где он? Вот они. Вот и все, что ли? А разговоров-то было, ребят. Так, еще кто там? Еще какие-то монстры тут. Бесноватые беснуются. Подождите-ка, ребят, а мне вообще куда по сюжету-то идти тогда? Я думала куда-то туда. Ну, в смысле, туда. Вот сейчас мы вернемся, посмотрим. Не, вот это, конечно, кипиш был. Вот это столько патронов валяется, столько всего. Так, нам, наверное, все равно сюда, скорее всего. Там, наверное, что-то падало, этот поезд падал и проломил мне все нахрен. Там еще балка какая-то. Может быть, туда надо вообще сгонять, посмотреть, что тут происходит-то. Я знаю, ребят, можно быстрее все идти уже по сюжетке. Но так интересно все это облазить, посмотреть. Так, ну-ка, дай-ка я. Владик, ты не против? Не против. Смотрите, какой Владик молодец. По такому склону лезет. Ребят, он сейчас навернется, да? Вот зря я так сделала. Ой, зря. Ой, зря, да, Владик? Не, смотрите, как лезет упорно. Владик, да ты вообще брутал полный. Ну-ка. Ух-то. Понятно. Понятно, Владик, так больше не делаю с тобой. Не делаю ни в коем случае. Не переживай. Больше так делать не буду.
Так, все, ребят, значит, нам, наверное, туда дорога. Тут остались только монстры, которые мне что-то хотят сказать на своем монстрячем языке, но я не понимаю по-ихнему. Пацаны, вы что тут? Вы что застыли-то? Пацаны, ну что? Ну ничего, пацаны, короче, застыли, что-то, знаете, как-то задумались о смысле жизни, о тщетности бытия, скажут, а зачем вот мы вот этим занимаемся? Может быть, пойти заняться сельским хозяйством, я не знаю, выращивать помидорки, чем вот нападать на этих людей? Нахрен они нам нужны? Может быть, так. Скорее всего, так и было. Так, ребята. Или какая-то балка, что ли, упала? Я не поняла, потому что все так быстро случилось. У меня там еще фризило, глючило, там дохрена монстров подрубилось, и у меня так сразу все пошло и поехало. Все, ладно, ребят. Тихо. Тихо. Кто это плюнул мне? Надеюсь, что никто. Так, набрали патронов, хорошо. Так, F5. Так, а... Excuse me. Так, мне сюда, да? А сюда я никак не проберусь, да? Никак. Ладно, ладно. По крайней мере, хоть никаких монстров этих... Наверное, монстры уже пока кончились, скорее всего. И, наверное, босса уже не будет, потому что это был, наверное, мини-боевка, как считается, за босса, нет? Я думаю так. Ну... Сотрудник, немедленно ответьте. Тихо, аккуратно. На! А я в спину вас убиваю, черти. А что они тут делали, мне интересно? Мне просто интересно. Что они забыли в этом проклятом туннеле? Меня ищут? Вряд ли. А может быть, да, кстати. А как они узнают? У меня же чип не работает. Ну, может, отслеживали по очевидцам, типа, что я вертолет сбила. И меня уже запомнили. Хрен его знает, ребят. Так, я могу сюда зайти? Вообще, мне надо сюда заходить? Не, не надо. Я выбираю не заходить сюда и быть счастливой. Так, возьми-ка. 5 хп, это тоже как бы хорошо, Владик. Когда мы уже выйдем из этого темного душного туннеля? Нам тут душно, мы хотим на свежий воздух. Мы хотим дышать свежим воздухом. Ну-ка, что это такое? Тихо. Ой, это какой-то потайной ходик. Классно, ребят. Может быть, сейчас этот путь выведет нас наружу, и мы будем счастливы. Мы будем счастливы, наконец-таки, лицезреть солнышко. Это ведь так здорово. Это так... Угу. Может быть, да, кстати, загрузочка же пошла. Ну-ка, давай. Ну-ка. Мы выходим на поверхность. И мы выходим на поверхность, ребята. На поверхность. Хер мне, да? Ладно, ладно. Так, мужика тут немножечко придавило. О, о. Что? Что, блин? Растяжки, сука. Опять эти растяжки. Где они тут были? Ага, вот они, блин. Я их в упор просто не вижу никогда. Я вам говорю, ребят, в Half-Life они меня так не подлавливали, как тут. Как так-то? Почему они меня постоянно подлавливают? Я вообще-то в холодильник ушла. Это чтобы Влад не жрал после 6. Растяжки ему ставят. Так, ладно. Ничего полезного мне не выпало, к сожалению. Ну, это полезно, но сейчас это не полезно, к сожалению. Так, ребята. Ну, надо от этого избавиться, от этих подарочков. А ты не могла бы задеть? Тихо. Тихо. Что такое было? Как будто меня кто-то обнюхал. Ребят, вы слышали так? Чего за звуки тут происходят? Ой, мина. Ой, турель. Ой, мина, ой, турель. Так. Вот она где осталась. Ладно. Так, ну-ка. Давайте-ка из ракетицы, наверное, вынесем турель. Побыстрее будет так. Ну, я так думаю. Эх, хорошо, когда были турели за меня. Вот это было прекрасно. Вот это было прекрасно. Вот это было прекрасно, когда они были за меня. А сейчас... Увы, мы опять враги. Так, хорошо. Да блин, опять эти, сука, эти... Без комментариев, ребят. Без комментариев, просто без комментариев. Они, короче, тут будут везде, я поняла. Я поняла, все, они будут постоянно везде. Надо смотреть под ноги. Надо смотреть под ноги, как нас всех учили в детстве. Смотри под ноги. Вот они тут моргают. Так, тихо, аккуратно, где еще? Где еще, я вас спрашиваю, товарищи? Так, все, что ли? Тихо. Нет, все нормально. Так, ну-ка, еще. Ничего нет, блин, кто их тут наставил-то? А если будут твои отряды отходить, то что, тут вообще с ума сойдут? Так,
Подождите-ка, ничего не поняла. Ничего не поняла, в смысле-то? А нахрена я вообще сюда шла? Стоп. Так, опа, там что-то зеленым светится. Ну-ка, может быть, мне куда-то сюда залезть? Тихо, Влад, не задыхайся. Ага. А что, зачем мы вообще сюда пришли? Он даже это не крутит, не вертит. Так, ладно, ребят, будем внимательны. Может быть, тут какая-нибудь... Что это такое? Что это? Что это такое непонятное? А, это... А что это? А что это? А что это? Ничего не понятно, но очень интересно. Так, подождите-ка, мы же зачем-то сюда пришли, пришли. А, вот тут проход, блин. Тьфу ты, тьфу ты, тьфу ты, в глаза долблюсь. Я говорю, зачем мы сюда пришли? Вот проход. Не, что такое не везет и как с этим бороться? Не в ту сторону. Угу, спасибо, спасибо, турель, спасибо, спасибо, турель. Так, ребята, надо как-то быстро кинуть гранату. Может быть, пробежать даже так вот. Быстро, стой! Тихо! И, а может быть, мы ее так задамажим? Ну-ка. Все, она и так дамажится нормально. Она и так дамажится. Все отлично, значит. Так, глазастые мужики тут валяются. Да что же они тут делали-то, интересно? Ну, явно не, не меня искали. Кстати, там остатки турели исчезли куда-то. Куда только? Так, аккуратно берем. Во! Тихо. Мужики, я вас не приглашала. Идите плакать в другом месте, пожалуйста. Мужики в майке и алкашку, уйдите. Хватит плакать. Завтра на завод. Эти дети, блин. Где мамаша-то сразу? Где их дура-то? А где их дура мать? Ладно, пофигу пока на нее. Может, попозже придет. Че я, дурак, что ли, за женщиной бегать? Не, Владик за женщинами не бегает. Еще чего, блин. Кстати, она вообще какая-то стала мать-кукушка. Детей своих бросила. Наверное, пошла с новым хахалем мутить. И они только одни бегают. А нет! Скорее всего, не одни. Где-то все-таки она есть. Пусть сама приходит. Че я за ней буду бегать? Пошла она в жопу. Еще, может быть, ей первый написать? Так, ну-ка, давай-ка возьму вот это вот. Так, F5. Так, все это посмотрела. Так, эта сфера, а мне уже не поместится, да? Не поместится. Не поместится. Так, а я думал, будильник. Так, где эта мамаша-то? Где эта кукуха, блин? На! Где твоя мать, мальчик? О, блин! Ага! Подождите, они говорят, помогите! Они говорят, помогите! По-моему, они говорят, помогите, прошу. По-моему, они реально говорят, помогите, прошу, нет? Или мне кажется? Так, ну-ка. Что, опять мать, что ли, там их вызвала? Эх, блин, мамаша, ну где вы, мамаша? Где-то мать должна же быть их. Так, а куда мне идти? В общем, ребята, я думала, мы сейчас выйдем на поверхность, но хрен нам. Хрен нам еще. Тут даже не видно поверхности, скорее всего, мне кажется, тут все-таки будет тогда босс. Потому что это, наверное, просто была какая-то прелюдия к боссу, эти турели и прочее. А босс тут еще будет. Но не червь, потому что червь уже был. Кто может быть под землей? Какой-нибудь гигантский непонятный крот? Подожди, а мамаша-то как померла? Я в нее это не достреливала. Мамаша, вы что, прикидываетесь, что ли, дурой? Мамаша, вам не к лицу. Хотя бы сделайте себя умного человека. Сделайте хотя бы видимость. Так. Ну-ка, аккуратно. Так, ребят, пока что-то ничего не понятно. Мы вообще очень далеки от поверхности. Мы просто ходим, ходим, бродим, бродим. И пиздюли находим, понимаете? Мы очень далеки от хорошей цели. Гаврюша, наверное? Что там такое? Что там такое было? Ребят, вы видели? Там как будто похоже было на девочку из звонка. Такая стояла. В белом. И с черными волосами. Может, она босс? Или мне показалось? Меня уже глючит, ребят, представляете? Опять мужики вяленые висят. Кто-то опять их завялил. Так, а куда мне идти вообще? Так, тут что-то разлито это топливо. Тихо. Тихо. Сука.
наступила. Так, ребят, а... Меня что-то вот до усрачки это пугает. Может быть, реально эта девочка есть босс, и тут надо будет бегать с ней по этой локации? Ну-ка, подождите-ка, возьму-ка я пушку. Она мне всегда помогала. По-моему, она босс, ребят. Это вот девочка в платье белом. Или мне вообще показалось? Так, это типа сюда идти. Так, не... о, смотрите, сколько гранат. Все, битва с боссом, ребят, битва с боссом. Коктейли и прочее, это битва с боссом, ребят. От гадалки не ходи. Сейчас начнется. Сейчас заиграет эпичная музыка по типу «Владик тебе, Владик, сейчас жопу тебя оторвут. Владик, Владик, добро пожаловать тут. Не выйдешь ты отсюда живым, Владислав. Упокоится твоя душа вот здесь, Владислав. Ха-ха». Да ладно, шучу. Владик выйдет отсюда живым. Мне реально показалось, что это какая-то баба в платье стоит, ребят. Я, конечно, могу ошибиться, потому что мне светит лампа в глаза. Надо себя как-то оправдать свои дурацкие догадки. Ну, серьезно, показалось, как будто это как девочка из «Звонка». Кто смотрел «Звонок», должен понимать, о чем я. Так, тихо. Так, все, и впятнемся, потому что тут мы еще облутались. Так, это, видимо, как раз-таки для лута, понимаете? Для лута сделано. Сфера. Ну, все понятно, ребят. Если что, сюда бежим, сфера еще дополнительно есть. Тихо. Вот она угорает, да? Да баба угорает. Так, все, короче. Так, сюда мы не спустимся, я поняла. И сейчас мы пойдем, типа, что-то налаживать, и она нас выпрыгнет. Ну что, мадама, выходите. Как босс будет называться? Девочка из «Звонка»? Тихо. Нет. Подождите, а тут он умирает. Что-то непонятно, подождите-ка. Стоп, я что-то там не сделала, что ли, получается? Подождите-ка. Подождите, я что-то не сделала. Я что-то рано прибежала. Там он по-любому. Я думала, я просто в лужу наступила неудачно. Так, а что тут такое? Палочка тут светится, ребят. Подождите-ка. Понятно, что хочет от меня разработчик. Все, понятно, блин. Как в Half-Life. Все, спасибо, разработчик. Поняла. Что-то я так вступила, думаю, а что мне надо? А, он палочками подсветил. Я ж в Half-Life играла во вторую. Что это я так туплю? Игра сохранена. Ну что, ждем? Там что-то сейчас приедет к нам. Ой! Тихо! Лестница сломалась, ребят! Лестница сломалась! Ёб твою! И сейчас жизнь сломается. Ой. Долго? Подожди. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, все, все, бежим, 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 бежим. И слишком много, и слишком много. Влад, уезжаем. Да ёб твою мать, ну уйдите. Билетики херовы! Ну уйдите от меня-то, ну! Уйдите! Вы откуда все прыгаете-то, ну? Подождите, а тут босс, сражение с боссом не будет, что ли? Походу нет. Блин, а я думала, босс будет. Не будет. Все, ладно. А там, походу, мы туда не можем пройти. Там бочки радиоактивные нас мочат. По-страшному. Тихо, аккуратно. Приехали. Нет, все, сражение с боссом не будет. Видимо, все, мы сейчас выйдем на поверхность. Тихо, аккуратно. Можно куда-то сюда пройти. Так, тут опять мне дают полечиться, полутаться. Вот какие мерзкие эти прыгуны, согласитесь, ребята. Они могут всю малину испортить за секунду. Просто за секундочку. Просто за какую-то миллисекундочку. Так, ну-ка, перезаряди. И главное, лестницу мне сломали еще, блин. Типа обратно не улезешь. Ну ладно. Так, все, ребята, идем. Неужели реально босса не будет? Так, это автомат Калашникова. Это мы знаем. Это бронетранспортер. Так, это что? Опять автомат Калашникова. Да это мы уже выучили скоро наизусть. Под конец
прохождение, мы скоро друг другу будем пересказывать эти штуки. Ну-ка. Открывается дверка. И опять... О, свет, ребята, свет! Побежали тогда, ребята, свет! Наконец-то! Так, хорошо. Ну. Все, мы вышли, ребята, из туннеля. Как это здорово, как это классно. Мы натерпелись там ужасов и прочего. Нас пугали, нас унижали. И мы, наконец-то, вышли на свободу. Ну, честно, я думала... А что это там за баба была вдалеке? Или меня это как-то... Лампа меня ослепила, и мне показалось, что я херню какую-то видела. Ну что, ребята, в следующей серии пойдем искать Гаврюшу и убивать диктатора. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят.